Всех приветствую, друзья! Хорошего дня или вечера! Усаживайтесь поудобнее, сегодня такое большое количество новинок, которые вам захочется унести с собой. Снимаю в городе Челябинск, адреса подписываю на экране и в описании. Появился чайник в новогоднем стиле заварочный, объемом 800 мл. С крышечкой в виде колпака гномика. Отличаются рисунки на выбор серый, синий, красный и зеленый цвет. Крышечка без силиконовой прослойки, а на коробке указано, что в составе керамика. Вообще не уверена, что это керамика, которая будет держаться на века, кажется, что может все-таки потрескаться. Но если я ошибаюсь, то будет отлично. Цена 399. В форме гномиков также есть тарелочки, на которые можно расположить какие-нибудь десерты. Сантиметров 15, не больше. 174,50. Новые жестяные банки с мягким бомбончиком. Крышка это словно шапочка. Объем небольшой, 550 мл. Три варианта. Это Дед Мороз, Снеговик и Мишка. Ну не очаровательные ли? Цена 124. Набор для упаковки подарка. В него входит картонный пакет, подвеска на выбор и красная лента. С инструкцией по сборке за 39,50. В этом году, как и в предыдущем, привезли эти небольшие ботиночки. Они многих очаровали. Цена 149 рублей. Но если тогда был акцент на красный цвет, то здесь голубой, зеленый и розовый. Детский новогодний набор для творчества «Щелкунчик». В него входит сам щелкунчик из дерева, кисточка и 6 красок. Цена 279 рублей. Набор для украшения подарков. В него входит лента длиной 10 метров и 10 звездочек. По 5 сантиметров, цвета в ассортименте за 87. Куда без дождика в Новый год. Длина 1 метр на 2 метра. Дождик есть с голографическими рисунками или просто обычный. Цена 83 рубля. Новогодние украшения спирали все в блестках. В упаковке 4 штуки, 59 рублей. Милые минажницы в форме снеговичков. Из бамбука, разделены на 3 части. Цена 249 рублей. И есть еще один вариант елочки. Тоже симпатичный. Вау, какая гирлянда, словно из стекла. Но, конечно, это пластик. Теплый свет, работает от батареек, длина 2 метра, есть звездочки. Но это еще не все. Копаюсь ради того, чтобы вам показать новинки. Олени. Цена 116. Новогодний конверт для денежных подарков. Это классический бумажный конверт, но с одной стороны приклеена фанера с надписью. Цены пока что нет. Вау, что за прелесть! Какие большие, крупные, блестящие цветы на елку. Комплект из 2 штук. А еще здесь есть очень классные павлины с пушистыми хвостами, со стразами. А еще на елке будут симпатично смотреться бантики. Комплект из 12 штук тоненьких. Увесистые птички с колпаками новогодними разной формы. Есть снегири, какие-то другие птички. В общем, отличаются видами. Цена 69 рублей. Нам еще очень много с вами разглядывать, поэтому подпишитесь на канал, чтобы не пропустить. Нашла еще из посуды кружку гномика, состав керамика. Объем 400 мл продается в коробке. Скорее всего, на Новоградском эти товары тоже выставят, просто в момент, когда я была там, все было в процессе. Меня уже спрашивали про новые стеклянные игрушки. Они в этом году не менее симпатичные. Например, есть часики, домик, мишка, рыбка и апельсин. Гранаты, как в прошлом году, за 116 рублей. Небольшая декоративная подвеска с связанными элементами. Ангелочек. В таком же стиле есть гномики, смотрится очаровательно. Цена 69 рублей. Как же мне понравилась новая игрушка на елку, лошадка-качалка. Но вот правда она не совсем легкая и ветку может нагрузить. Слегка цветом отличаются, цена 69 рублей. А какой милый щелкунчик или солдатик. Состав полирезин 11,5 сантиметров. На этикетке щелкунчик, но все-таки для меня больше солдатик. Кто с веночком, кто с елочкой, разного цвета костюмы, цена 133 рубля. Заметила новые гирлянды, металлические елочки, теплый свет, работает от 2 батареек, длина 2 метра. Точно есть вариант еще со звездами, с металлическими элементами привозили, но не такие, цена 249. Теплый свет, длина 2 метра, гирлянда, шишки.
Для работы потребуются две батарейки. Гирлянды есть белые, под бронзу, под золото и под серебро. Цена 174,50. Следующий год змеи, соответственно, привезли сувенирных змеек в подарочных небольших пакетах с надписью «С Новым годом» за 116 рублей. Еще из змей есть игрушки. Развернете, будет длинной. В новогоднем шарфике и колпаке за 299 рублей есть также нестандартных цветов. Мне кажется, такие шары были уже в продаже. 6 штук диаметром 6 сантиметров, 99 рублей. Наборы 21 шар пластиковый за 249. Декорация елочная, домик. И это не просто белый блестящий домик, но он еще и светится. Отличаются между собой, цена 116 рублей. Я знаю, многие не фанаты хлопушек, и я в том числе. Остается очень много мусора, который потом загрязняет планету. Такие, к примеру, за 79 рублей. Новогодний дождь – это что-то новенькое. Цена 174,50. И по акции есть за 59. В этом магазине гномики остались с прошлого года, 174,50, с красными и голубыми шапками. Маленькие искусственные елки по 99 рублей. Вот эти варианты все еще в наличии. Лента за 79 рублей с серебряными и золотыми узорами. 6 сантиметров на 270. Снизу есть еще одна, сейчас достану, мне кажется, она другая. Да, эта лента уже 5 сантиметров на 270 и, в отличие от предыдущей, сделана из ткани. Все эти товары продавались в прошлые года, поэтому просто показываю цены, заострять внимание особо не буду. Веточки, новогодние декорации, подарки. Красивая веточка, можно расположить где-то у телевизора или, в особенности приятно, если у вас дома есть камин. 40 сантиметров, есть цветком, цена 174,50, и с шишками. Такие украшения я обычно называю из СССР. Гирлянда-растяжка 270 сантиметров за 79. Блестящие веточки с кристаллами сегодня по акции за 39,50, как и товары, которые продавались в прошлые года. Деревянные звезды, звезды из пенопласта, блестящие бантики, веточки и набор для творчества. Также до сих пор в продаже есть гирлянды с леденцами за 116 рублей и с шариками и какой-то блестящей мишурой. А также одна из самых популярных гирлянд – елочки длиной 2 метра за 249 рублей. Лента упаковочная, новогодняя, 3,8 сантиметра на 270 сантиметров с разными снежинками, думаю, рублей 70. Покажу, какой еще новогодний декор есть в этом магазине. Цветы некоторые любят украшать ими елку. Обычные или золотыми элементами, растяжки с надписью «С Новым годом», различные наклейки, блестящие веточки для декорации на столе, новогодние деревянные конверты, кто любит валюту, в подарки 55 рублей. Носки новогодние, есть бюджетные за 79, а есть за 149. Звезды и сердечки с подсветкой, я их помню с прошлого года. Если надоели носки, есть на выбор варежки за 149. Ну и всякая мелочевка, например, мешочки для небольших подарков. За 299 рублей даже остались блестящие бабочки. Набор из двух бокалов от марки Паша Бахче объемом 445 мл, цена 249 рублей. Бокалы по форме подходят для вина. Стаканы необычной формы, с горой изнутри, объемом 300 мл, это боросиликатное стекло, цена 124. Стаканы из новогодней серии с белыми узорами, также может быть нарисован фейерверк или оленем, 450 мл за 116. Термокружки, объем 350 мл, цена 249 рублей, внутри у нас веточки, снег и красные ягодки. Вообще, посмотрите, какая красота на Новоградском, можно собрать себе новогодний красивый сервиз. Набор из 4 контейнеров Фанкук объемом 2 литра 600, литр 700, литр 100 и 630 мл за 229 рублей. Тарелки глубокие из керамики, объем 640 мл. Они представлены в 3 цветах, цена 99 рублей. Глубокая тарелка от марки Luminarc диаметром 20 сантиметров, это стекло, на выбор 2 цвета, цена 199 рублей.
Стеклянный салатник, объем 300 мл, диаметр 12 см, с объемными пупырками снаружи за 62 рубля. Давно не показывала контейнеры для лимона. За 55 рублей контейнеры пластиковые с зелеными и желтыми вставками. Контейнер Unica Plast, размер 23,5 на 10 на 11 см. Пластик пищевой, 4 секции. Цена 79 рублей, на выбор 4 цвета. Хозяйственная корзинка из года в год появляется фикс прайс размером 30 на 20 на 10 сантиметров. Сейчас покажу, какие цвета в наличии. Цена 55 рублей. Такие же корзинки среднего размера 27-50. Сейчас скажу точный размер. 25 на 15 на 7 сантиметров. И маленькие корзинки за 18-30. Размер 20 на 10 на 5 сантиметров. Универсальный контейнер роли от Эконова 299 рублей. 168 на 305 на 129 сантиметров. Снизу есть колесики, пластик плотный. Хорошо, что штабилируются друг на друга, и перегородки можно вынимать. Снова в продаже коробки кристалл размером 20 на 14 на 8 сантиметров. Есть ручки с изображением листочков. 124 рубля, цена за дизайн. Есть зеленые, серые и прозрачные. Коробки складные, с крышкой, рисунок розы. С лицевой части есть отверстие, куб 25 сантиметров. Цена 149 рублей и на выбор два цвета, это коричневый и зеленый. Выставили подмосковную пряжу длиною 200 метров в составе 50 шерсти, 50 акрила. Темно-синие, бордовые, коричневые и, конечно, молочные. 149 рублей. Салфетки из микрофибры, набор из 3 штук за 79 рублей. Размером 30 на 30 сантиметров, очень нежные цвета, приятные на ощупь. Моб с длинным ворсом, объемный, 149 рублей. Размер 42 на 14 сантиметров, конечно же, есть и другие цвета. Набор резинок, в наборе 5 цветов, 30 штук. Резинки спаяны без железок, цена 69 рублей. Снова в продаже наборы резинок по 14 и 20 штук, 20 они поменьше размером, 14 покрупнее, цена одинаковая, 69. Расчески в форме головы мишки не только мило выглядят, но и щетина приятная, разноуровневая. Цвета не яркие, в ассортименте за 149. Новые косметички, здесь прозрачные две стенки, я недавно показывала. Такие же на выбор три цвета, голубой, черный и розовый, цена 249 рублей. Прямоугольные сюда тоже привезли, только здесь прозрачная одна стенка. Размер 14 на 9 на 22 сантиметра. Вместительные. Из этой же серии косметички чуть поменьше. 6 на 22 на 13 сантиметров. Можно вообще все купить и получится комплект за 249. Нашла еще один вид косметичек, совсем непрозрачных. Размер 13 на 5,5 на 23 сантиметра. Также 249 рублей. Золотистой молнией. Маникюрный набор, 4 предмета, и удобно, что находятся все в одном кейсе. Пилочка, щипчики, пинцет и что-то вроде апельсиновой палочки, только металлической, цена 249 рублей. Заметила фонарь мультитул, очень удобно, с одной стороны фонарь, а с другой стороны ножи и открывашки. Два режима свечения, это белый свет и мигающий красный свет, цена 349 рублей. Щетка для автомобиля, самый простенький вариант. Щетка здесь такая тоненькая, скребок простой пластиковый. Цена 87 рублей. Пора утепляться. Шарф снуд, размер 62 на 28 сантиметров. Вязка неплотная, состав 100% акрил. Цена 299 рублей, все цвета перед вами. Шарф тоненький для ветреной погоды. Размер 210 на 60 сантиметров. Состав 100% полиэстер. Края не обработаны. Все цвета также перед вами, цена 174,50, можно легко оставить затяжку. В прошлом видео показывала пожарные машины за 349 рублей, появилась еще строительная техника. Также модели отличаются в желтом цвете. Очередная игрушка для детей, но очень интересно сделана. С одной стороны это животное, а с другой робот. Всего на выбор 4 варианта, можно посмотреть, как они трансформируются, 229 рублей. Игровой набор ретро-машинки. Одна машинка перевозит другую. Сделано реалистично. Разные модели за 229.
игрушка-попрыгушка, что-то подобное когда-то попадалось в киндере. Только эта игрушка хорошего размера. Интересно, насколько высоко она будет прыгать. С разными монстриками сверху, цена 79 рублей. Игрушка-проектор. В наборе есть фонарик специальный и линзы. 24 картинки с разными сериями, нужны батарейки. Проекторы за 149. Набор для творчества «Мягкая мозаика». Наборы могут подойти как мальчикам, так и девочкам. Развивает усидчивость, логику, внимание, моторику. 87 рублей в ассортименте. Гель для умывания с аха-кислотами и витамином С. С дозатором бутылка, объем 200 мл. 87 рублей. Крем для доения «Милка» в объеме 250 мл. В мягкой упаковке, чем она хороша, можно до самой последней капельки выжать. Крем увлажняет, устраняет сухость и шелушение. Цена 59 рублей. Крем для рук «Чудо-ручки» корейский. Увлажняющий, восстанавливающий. С мочевиной в составе 5%. 99 рублей. Гипс или джипс, как правильно напишите. Гель для бритья мужской для нормальной кожи. Объем 200 мл. Цена 174,50, арка пена 133 рядом. До нас доехала краска от Estelle, серия Юлия. Цена очень бюджетная для таких красок, 199 рублей, ниже не видела. Краска безымячная, скорее всего не суперстойкая. Я, кстати, ее из Москвы везла, но еще не тестировала. Новая зубная паста с отбеливающим эффектом. Импортный продукт из Китая массой 100 грамм. С мятой для удаления налета от чая, кофе и табака. Не содержит фтор. В общем, кто тестировал, пишите, есть ли эффект. 99 рублей. Новое средство от Доместос. Обратите внимание, название тоже стало писаться по-русски. Отбеливатель 680 мл за 133. Встречаются еще средства, где надпись на английском языке. 133 рубля. Универсальное. 680 мл. В два раза больше за 199. Средство от марки Grass. Антиржавчина. Удаляет налет, объем 680 мл. Что ж они все с одинаковым объемом теперь делают? Для сантехники. 133 рубля. Средство для мытья посуды Fresh. Что-то мне очень напоминает эта надпись и изображение. 450 грамм. Кем-то вдохновились за 62. Из коллекции Electrum пришло зеркало в форме капельки с золотистой основой. Я его уже видела на картинке, поэтому как раз и ждала. 199 рублей. Очаровательная небольшая клетка, можно внутрь расположить какую-нибудь композицию с цветами или свечой, сверху птичка. Пример исполнения можно увидеть на этикетке, цена 349 рублей. Подставка под украшение, есть зеркало, снизу мягкая подушечка и 5 крючков, цена 349 рублей. Отличаются лишь цветом подушек, зеленые, голубые либо розовые. Декоративный LED-светильник на батарейках шар. Цена 399 рублей. 10 светодиодов, световой поток 2 люмена, внутри веточка с ягодками. Аромонабор, в него входит стеклянная бутылочка-баночка, которую можно использовать в будущем вместо вазочки. Палочки аромамасла 100 мл, аромат изысканный османтус, зеленый чай и нежный лотос. Аромасвеча в стакане 279 рублей с тремя фитильками. Новые приятные ароматы свечи с парафином. Бархатный лес, смородина и роза и просто свежий аромат чистого хлопка. Свеча с эффектом живого пламени с теплым светом, сделана из воска, но работает от батареек и поэтому не должна плавиться. 249 рублей. Задумка с одной стороны интересная, это не пластик, но в то же время сыпется. Декоративные фигурки из коллекции Electrum в серебряном и золотом цвете. Два варианта. Это груша и яблоко. Сделаны, кстати, достаточно аккуратно, цена 199 рублей. Рамки для фото 13 на 18 сантиметров. Это мелкие золотистые цветочки по кругу. Располагаются на стол. Из полирезина корпус со стеклянной вставкой. 399 рублей, учтите, тяжелые. В коллекции из декора также есть часы с золотистым корпусом, стрелками и цифрами. Диаметр 30 см, внутри белые либо черные. Цена 399 рублей. Шрифт также отличается, есть корпус полностью белого цвета. Это не новинка, но снова заметила в магазине, появились гирлянды цветы,
кажется, из коллекции к 8 марта. 1,5 метра, 149 рублей. Проектор в форме сердца со сменными линзами, 4 дизайна слайда, 124 рубля. И еще одна гирлянда с цветами, но здесь цветы стеклянные и крупные, 116 рублей. Есть голубого цвета, фиолетового и красного. На самом деле дома зажигала очень симпатично выглядят. И последняя гирлянда, мармеладные зайчики и мишки. Но мишек сейчас не вижу, за 116. Горбуша натуральная, сделана в Приморье. Банка с ключом. Изготавливают действительно в Приморском крае. В составе горбуша кусками и соль. Цена 116 рублей. Привезли скумбрию дальневосточную, натуральную с добавлением масла. В составе рыба кусками, скумбрия дальневосточная, масло подсолнечное, соль и перец. 59 рублей. Обратите внимание, банки отличаются чуть-чуть цветом. Желтая скумбрия атлантическая. Напишите, какая вкуснее. Банки без ключа. Здесь в составе все то же самое, только атлантическая скумбрия. И она стоит дороже. 69 рублей. Чокопай от Орион с вишневым вкусом. 12 штук в упаковке, цена 159 рублей при наличии карты. Шоколадная бомбочка с маршмеллоу внутри и какао. Заливаете горячим шоколадом, бомбочка тает, получается напиток. 59 рублей. Вафельная конфета Даёш с арахисовой пастой в составе. 50 грамм, цена 29,50. Внутри батончик разделен на две части, но что хочется сказать, в составе есть пальмовое масло и много всего. От этого же производителя батончик с карамелью и кокосом. Как так? 58 грамм. В составе также пальмовое масло. Цена 29,50. Новогодняя коллекция все поступает и поступает, а у нас все еще осеннюю не разобрали. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на Telegram, на Дзен. Будьте первыми в курсе новинок. До новых встреч. Пока-пока.